В декабре 1935 года по заснеженной Москве ехал автомобиль. В нем сидело несколько мужчин. Они смотрели в окна, за которыми не было ни украшений, ни огоньков, ни елок. Один из них произнес: «А не вернуть ли детям елку?» Другой ответил: «Возьмите на себя инициативу, а мы поддержим». А третий запомнил этот разговор. Позже он напишет о нем в своей автобиографии. Мемуары написал Никита Хрущев. Вернуть елку предложил первый секретарь Харьковского обкома Компартии Павел Постышев, а поддержать инициативу обещал лично Сталин. Подождите, а куда подевалась елка? Кто ее похитил? Почему ее вообще нужно было возвращать? И самое главное, что именно вернули детям вместо прежнего праздника? И что эти дети в итоге передали нам с вами? До Нового года! Ну, в этом мы сейчас разберемся, но для начала нужно понять, откуда вообще елка взялась. Что она символизирует, доподлинно неизвестно. Сама традиция украшать хвойное дерево уходит в какую-то мутную глубь языческих веков. Но в позднем Средневековье в германских землях елка стала прочно ассоциироваться с Рождеством. У нас же обычай украшать елку ввел, правильно, Петр I, потому что хотел все как в Европе. Указ звучал так: «И в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых. А людям скудным кому жда, хотя бы по древцу или ветви на вороты или над хороминой своею поставить». Но в России, как известно, строгость законов компенсируется фигой в кармане и фальшивыми QR-кодами. В народе елки не приживаются. После смерти Петра их просто перестают ставить. Строгие царские приказы продолжают выполнять почему-то только питейные заведения. Каждый декабрь они ставят на крышах хвойное дерево. Его видно издалека. Оно весь год привлекает людей, которые знают, что под елочкой им точно нальют. В общем-то, до 19 века фразы «пойдем в елку», «быть под елкой» и «елка уже упала» означают «трубы горят», «быть под мухой» и «он уже в стельку». Но в 1817 году жена великого князя Николая Павловича, бывшая немецкая принцесса и будущая российская императрица Александра Федоровна, ставит в своих покоях рождественскую елку, ну, так же, как привыкла делать это у себя на родине. Традиция закрепляется при дворе, а в 40-х годах 19 века елка становится обязательным атрибутом Рождества в богатых, ну, а потом и не в очень богатых домах. И что же вы думаете? У нее тут же появляются противники. Почему? Ну, конечно, потому что елка – это чуждая нам ценность, навязанная Западом. Славянофилы уверены, что елка вытесняет исконно русские святочные обряды, а нашего выдающегося писателя Ивана Гончарова, того самого, который написал Обломова, елка бесит чисто эстетически. Выдумка неуклюжая, немецкая и неостроумная. Взять из лесу мокрое, грязное дерево, налепить огарков, да нитками навязать грецких орехов, а кругом разложить подарки – ненатурально. Отдельную кампанию разворачивают в прессе экономисты. Тысячи деревьев могли бы послужить строительным материалом, топливом или остаться в лесном фонде Российской империи, а люди их просто украшают, без всякой экономической пользы. Но самым могущественным противником елок становится, как ни странно, официальная церковь. В 80-х годах позапрошлого века Святейший Синод регулярно издает запреты на елки в школах и гимназиях, потому что это не соответствует воспитательным целям и вообще бесовские игрища. Короче, оградите детей от вредного воздействия елок. Но все это уже бесполезно. Они просто хотят убрать традицию, которая пустила корни. Елка уже связана с Рождеством, и все элементы праздника работают как напоминание библейской истории. Зеленое дерево – это пальма у входа в хлев, где родился Иисус. Звезда на макушке – это вифлеемская звезда, которая привела чужеземных волхвов к новорожденному спасителю мира. А подарки – это их дары младенцу. Но в 17-м году к власти приходят большевики. Товарищи, рабочая крестьянская революция совершилась! И при этом Рождество еще 12 лет остается выходным днем и отмечается в календарях красным. В цикле рассказов «Ленин и дети» есть история о том, как в 19-м году Ильич привозит ребятишкам подарки и веселится с ними у елки. У рождественской елки. Но, тем не менее, с 22 года молодое атеистическое государство пытается компенсировать Рождество
комсомольскими святками, с докладами, политическими карнавалами и чтением пламенных речей, критикующих буржуазное Рождество. Детям предлагают учить замечательные стихотворения. «Вместо песен нынче речи стал для нас хлопушкой кольт, блекнут елочные свечи перед лампой в 1000 вольт». А в 24-м году к власти приходит Сталин, и праздничные гайки начинают активно закручивать. Елку обзывают буржуазной заразой, поповским обычаем, пережитком темного прошлого, короче, очередной дозой религиозного опиума для народа. Еще и Маяковский поддерживает антирелигиозную агитацию. «Почему я с елками пристал? Мой ответ недолог. Нечего из-за сомнительного Рождества Христа миллионы истреблять рожденных елок». И вот в 29-м году Рождество запрещают окончательно. Даже «В лесу родилась елочка» тоже попадает под репрессии. Для детей на зимних каникулах ставят спектакли, организуют вылазки в лес на лыжах и проводят военные игры. Но никаких подарков, огонечков и наряженных деревьев. Подпольные православные, конечно, продолжают праздновать, но в целом для народа зима становится темной, длинной и холодной. И Рождество, и Новый год – обычные рабочие дни. И только через несколько лет до начальственных умов постепенно начинает доходить, что праздник со свечами, блесками и огоньками в наших широтах в это время года просто необходим. Только задумайтесь об обстановке начала 30-х в СССР. В стране голод. Крестьян раскулачивают, загоняют в колхозы и отнимают еду. В начале 30-х от недоедания погибает по разным подсчетам от 2,5 до 7 миллионов человек. Идет индустриализация, а официальная пропаганда рассказывает про счастливую жизнь. При этом людей накачивают паранойей по поводу вездесущих вредителей, шпионов и врагов народа. Ищут заговоры и поощряют доносы. На поток становится рабский труд заключенных, а заключенным стать все проще. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится. Конечно, много людей искренне верят в светлое коммунистическое будущее. Но на одной этой вере нелегко продержаться даже летом, не то что зимой. И вот старый опытный подпольщик, революционер и государственный деятель Павел Постышев приезжает с делегацией из Харькова в Москву. Он уже несколько лет на важных постах в Украине, и его туда отправили именно для того, чтобы бороться с голодом. Сталин просит Хрущева показать украинским гостям столицу и сам присоединяется к поездке. Постышев озвучивает мысль про елку, а Сталин ее поддерживает. Сталин, который сам несколько лет назад ее и запретил. Неужели Гринч одумался и решил вернуть Рождество? На самом деле, все не так просто. Вот эта газета «Правда» 28 декабря 1935 года. Это исторический выпуск. Не потому, что тут доклад о вопросах лесной промышленности, статья «Советский торговый флот растет и крепнет» и телеграмма «Делегации американских армян, которые покидают территорию СССР с незабываемыми и прекрасными воспоминаниями». Нас интересует вот эта маленькая заметка. «Буржуазия всегда устраивала своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на веселящихся вокруг нее богатеев. Почему у нас лишает этого удовольствия ребятишек с советской страны?» Вот уж действительно почему. Вот уж загадка так загадка. Не иначе, как левые загибщики ославили это развлечение как буржуазную затею. И кто же эти загибщики? Наверное, какие-то случайные люди принимали законы и бомбили страну пропагандой. Где бы их найти и спросить? Комсомольцы, пионер-работники должны устроить коллективные елки для детей. В школах, в детских клубах, в кино и театрах везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление не устроило елку. Заметили? Приказано вернуть именно елку, но не Рождество. В статье этого слова нет, зато есть кое-что другое. На площадях у елочных базаров большое оживление. Какая ловкая подмена. Мы 15 лет боролись с елкой, потому что она рождественская. А теперь отлепим ее от религии с идейно чуждыми чудесами и прилепим к безопасной смене цифры на календаре. Только что и как тут праздновать? В чем фан? Где радость? Где ожидание чуда? Вы скажете, ну как же? Ведь под Новый год что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда...
как не говорят в 1935 году. Это стихотворение Сергей Михалков напишет через 10 лет. Ну, а потом еще два раза перепишет гимн. Да и раньше про Новый год тоже ничего такого не говорили. Он вообще на Руси был сначала 1 марта. Ну, там еще было что праздновать. Весна пришла. Потом Новый год был 1 сентября. Там урожай. Петр I как раз перенес Новый год на 1 января. Но как относились к его зимним инициативам, вы уже поняли. Еще 1 января был церковный праздник памяти святого Василия Великого, но это советской власти точно не подходит. Что же делать? Ответ очевиден. Взять и прикрутить к Новому году не только елку, но и все остальные атрибуты Рождества. Ну, с небольшими такими изменениями. Звезда на елке будет не вифлеемской, а красной пятиконечной большевистской. Украшения на елке будут просто для красоты. А подарки будут символизировать щедрость Сталина. Только Сталин не может дарить подарки лично всем советским детям, и поэтому на свет появляется Дед Мороз. В нашем рассказе начинается глава «Кто вы, мистер Дед Мороз?» или «Подлинная история старика с мешком». Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Все древние народы воображали силы природы в виде всяких духов, богов и сказочных персонажей. Ну а у нас-то холод такой, что точно живой, еще и с характером, и с ним лучше договориться по-хорошему. По описанию восточных славян, Мороз — это маленький старичок с длинной седой бородой. Он бегает по полям, стучит палкой и вызывает этим стуком трескучие морозы. Его нужно просить о двух вещах. Давать побольше снега зимой, чтобы был хороший урожай, и не приходить никогда, кроме зимы, чтобы не портить урожай. После крещения Руси этот языческий товарищ сохранился в сказках под именами Студенец, Трескунец и Морозка. И еще проник в некоторые православные обычаи. На святки и в чистый четверг его кормили блинами и кутьей. Но для урожая не помешает. В середине 19 века Европа начинает активно раскапывать свой фольклор, и Россия решает не отставать. У нас собирают и публикуют народные сказки, ну и сочиняют по их мотивам что-то свое. Князь Владимир Адоевский выпускает сборник «Сказок дедушки Иринея», а там есть одна под названием «Мороз Иванович». Мороз Иванович живет в ледяной стране, а вход в нее открывается через колодец. Сам он седой-седой старик, который как тряхнет головой от волос и не сыплется. Живет в ледяном доме, а спит на перине из пушистого снега. Уже что-то знакомое, но не совсем. Мороз Иванович не приходит к детям. Это дети к нему сами идут. И никаких подарков какой-то дате он тоже не делает. Но может наградить за хорошую работу. Рукодельнице он дает горсть серебряных пятачков, а ленивице дает вместо серебра сосульку. Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Мороз Иванович довольно долго живет в литературе, отдельно от всякой елки и каких-либо праздников. Но тут опять влияние Запада. У них там уже вовсю функционирует Санта-Клаус. Еще в 1822 году в Нью-Йорке преподаватель литературы Клемент Кларк Мур сочиняет для своих детей сказку в стихах про Санта-Клауса, подарки и оленей под названием «Ночь перед Рождеством». В следующем году ее публикуют в газете, она становится дико популярной, ее много раз издают отдельной книгой. А в 1863 году американский художник Томас Наст использует образ муровского Санта-Клауса в политических карикатурах. Картинки становятся очень популярными, и Наст уже безо всякой политики рисует для детей веселые сценки из жизни Санта-Клауса для журналов и газет. Наст первый придумывает про Санту кучу разных фишек. Ну, например, что он живет на Северном полюсе и ведет какую-то специальную книгу, куда записывает хорошие и плохие поступки детей. Самое смешное, что Наст, скорее всего, срисовал этого персонажа с самого себя. Он был небольшого роста, упитанный, с большими усами и бородой. В общем, во второй половине 19 века Америка и Европа уже сходят с ума вот по такому Санте. Ну и в России не отстают. Нам тоже нужен рождественский дед с подарками. Вот как рисовал в 1885 году Деда Мороза Васнецов. Как видите, в руках у него палка для трескучих морозов, а не подарки для детей. Ситуацию переломила вот это. Обычная открытка. Ну, то есть сейчас она кажется обычной и даже скорее что-то бумерское, а в конце 19 века это было как ТикТок и мемасики. Новая, модная, прикольная штука, целая культурная революция со своими трендами и хитами. Красивая картинка, сзади можно что-то написать и отправить по почте без конверта. Невероятно! Открытки входят в моду в Западной Европе и становятся бешено популярными в России.
Люди посылают открытки кипами на соседнюю улицу, в другой город и дальнее село. Все шлют друг другу открытки. Влюбленные, друзья, родственники, подчиненные начальникам, прислуга господам, гимназисты друг другу, рабочие в деревню родителям. Ребята, 120 лет назад люди уже полностью были готовы к Фейсбуку, ВКонтакте, Одноклассникам и любым мессенджерам. В дело идут и елки, и снеговики, и ангелы, и Святой Николай, и Дед Мороз, и зебры, и мухоморы, и даже лысый черт. Это как эмоджи с гифками и стикерами, их никогда не будет достаточно. Но революция затыкает этот рог открыточного изобилия. Выпуск открыток полностью прекращен после 17 года, потому что советская власть объявляет их элементом буржуазного быта. Так что ни елок вам, дорогие товарищи, ни выходных, ни открыток. Никакого правителя, ничего нельзя! А тем временем на загнивающем капиталистическом Западе Санта-Клаус продолжает свою эволюцию и становится все более красно-белым. В начале 20 века он появляется в этих цветах на обложке юмористического журнала «Пак», потом в рекламе напитков компании «White Rock». А знаете, кто в итоге сделал самый популярный, можно сказать, эталонный вариант современного Санты? В 1931 году Coca-Cola осознает, что холодные напитки плохо продаются зимой. Ну, понятно, хуже идет только мороженое. Какое решение? Заказать художнику самого современного, самого доброго, самого обаятельного и самого красно-белого Санту в фирменных цветах Coca-Cola. Но вернемся в советскую зиму 1935-го. Как говорится, не очень-то и хотелось, но придется. Вот он, Дед Мороз, каким мы его сейчас знаем. Как его слепили? Да вот, со свеженького, кока-кольного Санта-Клауса. Только если буржуйский вариант в красном, наш будет в синем. И раз ихний в коротком полушубке, наш будет в длинном камзоле. Чтобы никто не догадался. В общем, в 1935 году елку не столько возвращают, сколько превращают в новый праздник. Новогодние елки на предприятиях теперь обязательны. Там создают елочные комиссии. Они должны разрабатывать программу, доставлять елку Деда Мороза и готовить подарки. И обязательно, обязательно на каждом детском празднике должен быть портрет Сталина. Потому что за счастье и надежду, за чудеса теперь отвечает именно он. И спасибо надо говорить именно ему. Издательство «Дед Гис» выпускает сборники под названием «Елка» со сценариями для детских садов, сказками и песнями. Там нет никаких упоминаний Рождества и, боже упаси, никакой религии. Зато рекомендуются вот такие стихи. Мы весело пляшем у елки большой, на родине нашей нам так хорошо. Мы весело пляшем, мы звонко поем, и песенку нашу мы Сталину шлем. Здесь же впервые печатают песенку маленькой елочки «Холодной зимой» «Из лесу елочку взяли мы домой». Кстати, она могла и не пройти цензуру. Редактор детской литературы Мария Белахова пишет в рецензии. Стихи Зе Александровой сильно грешат инфантильностью. Зачем фальшивить с детьми? Все они знают, что елочке в лесу не холодно, и в теплой комнате ей хуже. В 1937 году в Доме Союзов на елке впервые появляется Снегурочка. До этого ее видели в пьесе Островского и в опере по этой самой пьесе. Но в Доме Союзов она знакомится с Морозом, входит в рекомендованные сценарии праздников, и больше они с дедом не расстаются. А в 1938 году Павла Постышева снимают со всех постов и арестовывают вместе с женой в московской квартире. За полтора месяца под следствием он признается, что он член право-троцкистской организации, руководит диверсионно-вредительской работой на Украине и с 20-го года является шпионом японской разведки. В 39-м его расстреливают в Бутырке. А поэты, композиторы, писатели и партийные работники продолжают наполнять новый праздник новыми элементами и стирать у детей память о Рождестве. Новые поколения не будут знать другого праздника. Они забудут и о символах, и о значениях. Они познают лишь доброту социалистической Родины. Нет счастливей в целом мире нашей Родины большой. Вы спросите, а церковь, а православные? Они что, тоже все забыли? А я кое-что напомню об истории церкви в советское время. После революции казнили больше 1000 священников. Сталин продолжает истреблять духовенство, запрещает религиозное обучение, а оставшихся церковных служителей и простых верующих ставит под контроль спецслужб. Но в тяжелом военном 43-м для поднятия боевого духа Сталин возрождает церковь, но уже полностью под государственным надзором. Елка остается советскому Новому году, а православным остается юлианский календарь и Рождество 7 января. Да, до революции оно было 25 декабря, а значит, раньше и важнее Нового года.
Но в 18-м большевики перевели всю страну на новый стиль, то есть на григорианский календарь. Мы до сих пор с вами живем по этому календарю в ногу со всем миром и другими церквями, включая многие православные, но не РПЦ. Она в 18-м году большевиков не послушалась и дорого за это заплатила. Мог ли Сталин в 43-м перевести русскую церковь на григорианский календарь? Надо признать, что Сталин мог все. Но зачем отдавать православным елку и новый советский праздник? Он оставляет церкви архаичный календарь и путаницу с датами. Пусть и дальше празднуют свое Рождество 7 января и объясняют всем, что на самом деле оно 25 декабря, но по старому стилю. То есть как бы получается, что там под вашим 7 января на самом деле лежит наше настоящее 25 декабря, а Новый год по-нашему еще и не наступил, поэтому на ваш советский Новый год мы постимся и не празднуем. Церковь больше не отделена от государства, она отделена от народа. А народу нужен праздник. Но ни один человек, даже самый могущественный, не может управлять культурой, верой и традицией. В 53-м Сталин умирает и перестает быть обязательным атрибутом Нового года. В том же году возвращается массовое производство поздравительных открыток. Советский Дед Мороз активно участвует в общественной и производственной жизни народа. Он работает на железной дороге, плавит металл, развозит почту. В 54-м впервые зажигается главная елка страны – кремлевская. Не для детей, для всех. В 56-м Постышева полностью реабилитируют. А дальше Дед Мороз летит в космос, строит БАМ, работает на ИВМ и все чаще носит красно-белое. У Нового года и елки появляются особые советские атрибуты – мандарины, салат оливье, бой курантов, во время которого нужно обязательно загадать желание, торжественное обращение государственного лидера к гражданам страны, голубые огоньки, советские фильмы. И постепенно через этот микс кока-колы, пропаганды, язычества пробиваются те самые надежда на лучшее, вера в счастливое избавление и теплое семейное чувство. По дороге к ним присоединяются животные из буддийского календаря, хотя китайский Новый год наступает гораздо позже. Но раз в Европе в 70-х есть такая мода, то никакой железный занавес не остановит обезьяну, мышь и лошадь. Да че уж там, заходи и ты, голубой водяной тигр. Потому что чудеса происходят не по указанию начальства, а по совсем другим причинам. Помните об этом и отмечайте со смыслом. С праздником!